Друзья, всем привет. Морозы нас все никак не отпускают. Ну, как говорится, рыбаков это не останавливает. Сегодня утром было минус 32. Сначала списало как минус 35, так что такие дела. Обещают в ближайшие пару дней, что пойдет на спад. Ну, пока какая погода есть, такой и пользуемся. Сегодня достаточно так солнечно. Солнышко уже взошло. Сегодня мы выбрались на водохранилище. Викторич, Виктор у нас с нами. Они сегодня сейчас сидят в палатке, потому что на улице 30 градусов. А я так буду сейчас нет-нет ходить. Чуть-чуть похожу, там полчасика, минут 40. И потом греться, потому что всю рыбалку на улице провести по-любому не удастся. Такие дела. Бурим лунки и ищем окуня. В такую погоду, если честно, даже небольшой окунь, то, так сказать, скрасит рыбалку. Сегодня не будет такого азарта охоты на крупного, потому что, ну, сами понимаете, погода не позволяет. Я вам желаю приятного просмотра. Ну и погнали, как обычно. Приступим, ловить будем все на тот же балансир уже, который обледенел, правда, пока лежал на снегу. Глубина где-то 3-4 метра, не глубоко. Хотя, может, ямку найдем, ловлю здесь первый раз, сам не знаю, что да как, где буриться, где пробовать. Мелко, на 3,5. Сейчас попробую медика, так сказать. О, чукает. Уже неплохо. Дать мелочь. Покачивает. Ох, кто-то подсел. Я думаю, что удочка подогнулась чуть-чуть. О, какой красавчик. Ну ты посмотри на него. Так, быстро тебя цепляем, чтоб ты не замерз. Где обратно? Этот, да. Уже приятно. Такую холодину кого-то поймать. Вот не знаю, вот как повлияет на это. Этот мороз повлияет ли на крупного окуня. Попадется ли он сегодня, не попадется. Самому же интересно. О, кто-то подсаживался. О, тюкает. Как будто сидит. Ты, ё-моё, сидит и правду. Думаю, что-то он как-то не так. О, сошел. Балансир запутал. Сейчас, получается, подошел к самому берегу. Ну, практически. Тут, получается, вот кто-то уже рыбачил, кормил. Так я посмотрел вокруг. Довольно-таки много лунок. Думаю, неспроста эти лунки здесь, наверное. Значит, здесь рыба есть. Потому что там, где я пробовал вначале, 8 лунок пробурил. Пару вот этих спортсменов поймал и все. Давай, рыбка. Мы тебя ждем. Получается, смотрите, какая красота.
Сейчас попробую еще ближе пробуриться. Может там наоборот глубже, чем вот здесь. Потому что вот здесь где-то метров 5. Вот там, где до этого пробовал, там метра 4-3 где-то попадается. Вот непонятная глубина. Получается, в эту сторону как будто идет свал. Сейчас немножко поближе. Вот тут вот лунки были видно. Кто-то сидел в палатке. Даже вот там, по-моему, были лунки. По льду люди уже вовсю катаются. А, все, понял. Тут, видать, окуня искали, потому что лунок много. А там как будто вообще обрыв. Попробуем сейчас здесь. Так, не, вот здесь попробуем. Вот кто окуня ловит, сразу понятно. Люди начинают разбуривать. Где-то одного поймали, все. Раз, два, три, четыре, пять лунок. Значит, рыба была здесь. Хм, странно, что даже здесь не клюет. Да, в этом месте тоже не клюет, хотя лунок полно. Получается, хочу вот на косу прям сместиться и от нее отойти пару метров. Потому что вот там по-любому должно быть русло у нас и глубина. Сейчас попробуем там поглубже, так сказать. Какая красота. Я поближе подошел. И действительно красиво. Ай. Чем ближе подходишь, тем она все выше и выше становится, эта сопка. Ну что, попытка очередная. Еще ближе ушел к этой сопке, к этому свалу, так сказать, в поисках рыбы. Попробуем здесь сейчас, что будет. Ох ты, тычка была. Наконец-то поклевку увидел. Опа! О! Что-то такое. Увесистое. Иди сюда, иди сюда. Блин. Сейчас как. О, рыбка. А кусок. Такой неплохой. Тихо, тихо, ну тихо, ну что ты? Все перепутал мне. Как я сейчас в мороз буду распутывать это все? Сел слабенько. Так. Ну такой. Грамм 200. Ну пойдет. Уже рыбка есть. Ребятки, смотрите, кто бегает здесь. Эй, ты кто? Вон там возьми, вон. О. Совсем не боится. Бери. Какая пушистая. Лиса, что ли, или кто это? Я не понять не могу. В общем, на морозе проблемы еще и с камерой. Вот сел вот под эту скалу, получается, поймал два окушка, думал, записал, оказалось, ничего не записал. И два окушка съела вот эта лисица или кто это, я не знаю. Не разбираюсь, так сказать. Вот сейчас сижу, вот долго ждал ее, пока она подойдет, доест того. Вот она уходит туда, вот в скалы, получается, и там трапезничает. Потом, видать, мало, приходит опять. Но больше нечего ей дать, потому что больше не клюет почему-то рыбка. Сейчас думаю пойти в палатку немножко погреться. Сейчас вот сижу, думаю, надо сходить за второй камерой все-таки. А то я оставил одну камеру там, получается, взял одну и сюда пришел. Вот. Такое красивое место получается. Вот русло уже идет. А я вот тут сижу. Ну, было пару поклевок, но записать не удалось, потому что камера замерзла и отключилась. Ну, ничего, сейчас что-нибудь поймаем, что-то. Она, походу, спрятала, потому что идет опять. Ах ты, какая хитрая, ты не смогла так быстро его съесть. Вон там, вон, далеке идет. Бежит. Ты прям ручная, я смотрю. Ну, извини, больше рыбки нет. Подожди. Как тебя позвать-то? Уши навострила, пофиг. Сижу я здесь, не сижу я. Иди, иди сюда, иди, дай погладить хоть. На. Ну дай погладить, иди сюда. Ну иди сюда. Видишь, не рыбачу, с тобой разговариваю. Она пошла.
откуда взялась. Я сижу, она подбежала, получается, я аж напугался. И не уходит. Ты запасливая, да, я смотрю? Ладно, сейчас наловим тебе немножко рыбки. Все, поскакало. Такие дела, вот, так, вот такое происходит на рыбалке, бывает. Не поленился, сходил за камерой. Вот она сидит. Наелась. Сидит, греется на солнышке. А ее не видно вот на фоне этих скал, получается. Они такие же рыжие, как и она. Греется. Вот, сливается просто. Как камень. Прикольно. Первый раз так близко подходит прям. Чтобы рыбу взяла. Видать, никто не пугает. Никто не обижает из рыбаков. Спит. Ладно, пойдем дальше рыбачить. Что и требовалось доказать. Взял другой бонсир. Так, лисе оставить, что ли? Оставим лисицы. Здесь вот. Потом по-любому придет здесь обыскивать. Ну, если сейчас еще следующий клюнет, то это вообще будет шикарно. Так, кто там мажет? Оба. Это уже неплохой кусок. Ах ты. Ну как неплохой? Для сегодня неплохой. Шарахнул хорошо, так будет. Дом крупнее, если честно. Тройник. Серьезно. Крупняк. Лисицы на запас. Таких. В общем, обурил я всю эту большую сопку. Круг. И за поворот заходил, и здесь пробовал. Что-то как-то вообще никак. Пару рыбок я сегодня нашел, пару отпусков и съел. Лисица отдыхает. Пойти принести окунить, что ли? Чтобы забрала. Хоть лисицу покормил. Ну ладно. Подхожу за окушками. Ух. На улице, я бы сказал, слишком свежо сегодня. Мне аж этот нос заложило полностью. Да, что-то сегодня с окунем не подружились. Никак, ни в какую просто. Я вот, не знаю, луна 30-35 точно сделал. Вот они, два штуки. Который здесь поймал, и два штуки еще и подал. Получается, здесь 4 штуки только. Я не знаю, я такое впервые вижу, чтобы вот так вот, по сути, дикое животное так близко находилось. И не убегает, вон там сидит вот, возле дерева, недалеко. На! Возьмет, не возьмет, интересно. О, спускается, спускается. Все, парни, подрубаем другую камеру. Смотрите, я кинул, она сразу спустилась. И что-то смотрит. На меня, по сути, внимания вообще не обращает. Красавица. А спасибо. Короче, друзья, сегодня у нас не рыбалка, а наблюдение
за поведением зверя. Вот что она будет с ним делать? Она, мне кажется, сейчас спрячет его. А нет, вроде бы ест. Не-не-не. По-моему, роет. Сосульки. Закапывает. Носом, носом. Или ест. Понять не могу, что делает она с ними. Закопала, закопала. Идет, идет за следующим. Эй, здесь еще один есть. Кругами как-то идет. Вон, вон лежит, вон. Нюх-то дай боже. Замерз, да? Холодный. Ну вот так вот она. Касса прячет. Опасливая. Ты куда? Ты ко мне, что ли? Что-то она меня оббежала и ушла в другую сторону. Несколько нычек у нее, что ли, или что? Эй, ты куда? Оба. Есть. Засек. Вот оно. Краснопузик. Краснопузик. Точнее, не краснопузик, а красноперый. Вот такой вот, блин. Покрупнее бы, конечно. Ну, и так приятно. Такой мороз поймать рыбу. О, кто-то подсел, сейчас сойдет, потому что подсел слабо. О, кабан какой, трофейный, ё-моё, ну тебя-то отпустим, малыш, конечно. Тут безоговорочно иди расти. Кто-то тащил-то как здоровый. Сегодня у нас будет трофейный окунь только. Такой большой балансир. Странно. А что, рыбу нашел, что ли? Ничего себе, сошел. Сегодня очень много сходов. Я не знаю, с чем это связано. Можешь присесть. Так, чуть-чуть не так. Ага. Оба. Иди сюда. Да, крупный. Ну вот такой. Сегодня это нормальный стандарт. Красивый. Зараза. Вернется, заберет оставшиеся. В общем, все. Сегодняшняя рыбалка подошла к концу. Все, что я поймал, я дал лисички. Уже все собрались. Догорает угли. Мусор убрали. Все за собой убрали. Все собрали.
Потом лисичка, кстати, еще раз подходила, уже ближе к палатке. Еще пару рыбок дали, но она почему-то прячет их. Либо на запас, либо у нее детки есть, так сказать. Вот такая вот рыбалка вообще сегодня получилась. В мороз. В принципе, я доволен. Пусть мне удалось много поймать рыбы. Но сегодня и не было такой цели, так сказать. Так что выбирайтесь на рыбалку, отдыхайте. Мы поехали домой.